Исмаил и Рада. Это те азербайджанцы, которые на днях зашли на мой эфир и вели себя достойным образом, представив свою нацию на высшем уровне в моих окнах. Но ведь азербайджанцам не нравится, когда ихнюю нацию представляют достойным образом. Им нужны маты, грязь и разврат. Люди, которые не матерятся, им не нравятся. От Исмаила им не понравилось, что он сказал, что, может быть, мы живем на талышкой земле, мы кочевники, 3-5-10. Человек знает просто свою историю. За это и получил. Хочу сказать, не факт, что мы им дали кровь. Может, они нам дали кровь. Понимаете? То есть люди, они не живут постоянно на одном месте. То есть на месте современной Турции живут сейчас 90%, 80% турков. Но лет 500, 600, 700 назад их там не было. Мы все из Средней Азии. Мы перекочевали, мы перешли. Но вы не бойтесь. Приходите ко мне на эфир. Мы об этом поговорим. За что получила Ирада? Я ее даже на своем канале назвала «милая талышка». Она реально очень классная женщина, и мне очень понравилось. Мирную беседу вела, никто ее не обижал, она никого не обидела. Но нет, это тоже им не понравилось. После эфира со мной ее просто заставили плакать горькими слезами. Беседы с ней проводили в личке очень много азербайджанцев, как и с Исмаилом, в принципе. Буду тебя вести на день. Доброй ночи, Белла. Доброй. Нет, я адекватная, моя дорогая. Я просто хотела сказать насчет талышев, да, вы говорите, у меня тоже корни есть талышев, да? Ну, честно, я вам открыто скажу, мы никогда не думали, вот кто, я азербайджанка. Вот нет, такой я же не спорю, но вы азербайджанка. Белла, я вам одну вещь скажу, вот сколько мы жили, да, вот Советский Союз, да, был у нас русские, армяне жили, все. Мы никогда ни у кого не спрашивали, кто ты по нации. Мы так дружно жили, я поэтому иногда вот бывает у вас. Знаешь, я умоляю тебя, только ты не начинай ругаться, пожалуйста. Я женщина, я мама. Не-не-не, я ругаться, зачем мне гладко бабы разгибать? Я не хочу, чтобы меня оставили. Нет, зачем мне разгибать? Я максимум помогу задать вопросы адекватно. И все, да, зачем да, я с вами ругаться? Да, пожалуйста, сюда вы ответите. Вас, вот как сказать, да? Вас как зовут? Ирада. Ирада, Джан. Смотрите, вы же спокойно зашли, так мило разговариваете. Как такую вот интересную женщину можно оскорбить? Вы да, спасибо большое. Я поеду. В эфире редко захожу, в белых захожу. Один раз я зашла к этой той белке, которую где-то дождать. Она про талышев говорила. Я хотела ей объяснить, да, что мы... Я тоже талышка, да, наполовину. Я хотела ей объяснить, что у нас нету права. Мы нормально живем здесь, все... Может, поэтому он там гадости пишет. Успокойтесь, Ирада. Успокойтесь, пожалуйста. Ирада, кто пишет гадости? Я мама. Я жена, я мама. Я не хочу, чтобы мне такие вещи писали. Мне просто больше нечего к этому добавить. Если хотите, чтобы вашу национальность в грязном виде обзывали, унижали, продолжайте в грязном стиле. Если хотите мира, не трогайте тех людей, которые реально добрые и великодушные, каких у вас очень мало. Это просто прям большая редкость, 1 на 1 000 000. Ирада, если ты не боишься, заходи. Ты мне очень понравилась. Я тебя всегда буду рада. И никто на моем эфире не посмеет тебя обидеть. Ни азербайджанцы, ни армяне.